Всем привет! Давно не запиливал новых видосов. У нас тут новое поступление. Приехали ко мне из Запорожской области буквально вчера два черных коршуна. Название, конечно, такое очень громкое, прям аж страшно от такого названия. Но, в общем, два черных коршуна. Размером они как обыкновенные конюки. Вот, и я, конечно, я таких птиц никогда не держал, но я, в общем, очень счастлив, что они ко мне попали, потому что очень контактные такие, очень прикольные. Вот, очень ручные такие. Это самочка, которая возле меня, а чуть дальше сидит самец. Значит, история похожая, как и все остальные истории, очень часто встречаемые. У меня есть товарищ, который живет в тех краях. Значит, и обратились к нему местные жители. В общем, нашли в посадке срубленное дерево. То есть, как обычно в нашей стране поступают некоторые несерьезные товарищи, выпиливают все подряд. В общем, спиляли дерево с гнездом. Ну и было гнездо. И там были птенцы. В общем, два птенца, как оказалось, мальчик и девочка. Вот, они их забрали, передали ему. То есть у него там такое дома, как свой питомник, что ли, такой маленький частный. То есть тоже увлекается хищными птицами. Ну, в общем, мы с ним давно уже общаемся. И он мне позвонил, говорит, есть такие птицы, заберешь? Я говорю, конечно, высылаю. В общем, приехали они автобусом, ну и... Вот они у меня сидят. Очень классные, очень контактные. Вот такие классные. Вот. Очень классные птички. Вы знаете, вот я на них смотрю и... По внешнему виду, вот если, скажем так, не брать их не маленький размер, но такая мини-копия орла. Форма головы, форма клюва, в общем, окрас такой пестрый, прикольный. В общем, очень классная птичка. В реальной жизни, конечно, они мышиеды. Вот, питаются ящерицами, ну, в общем, как пустельга, примерно так. Вот, но, конечно же, они чуть покрупнее, то есть иногда питаются мелкими птицами, если удача подвернется. Очень классные птички. Подросли все наши предыдущие жители. Филин подрос. Вот, орлан подрос. Ушастики подросли. Из всех ушастиков остался один. Вот он. Ушастик. Ушастик. Такой вот прикольный. Шипучка такая. Всех остальных я пристроил в хорошие руки. Пустельга тоже вот выкормишь. Только такой слегка перепуганный. Не особо идет на контакт, хотя выкармливал его с очень маленького. Вот наша сова Сипуха. Сипа. Звезда телесериалов и фотосетий. Да, да, напугай меня, давай, напугай, напугай, ну давай, напугай, напугай. Сокол Балобан, Боня, Бонечка, иди на руку, иди сюда, давай, иди на руку, иди, давай, иди, иди на руку, иди,
Давай, иди на руку. Иди на руку. Давай. Давай, иди сюда. Давай, Боня, иди сюда. Давай. Иди на руку. Боня. В общем, сытый. На руку идти не хочет. А так, когда голодный, ой, что творится. Иди сюда, иди сюда. С мячиком любит играться. Ну, в общем, классный товарищ. Боня мячик ищет. Боня? 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 Апорт? Молодец. Давай. Давай сюда. Дай сюда. Боня. Боня, апорт. В общем, Боня круче, чем собака. Дай сюда мячик. Где мячик? О, мячик потерялся. Вот он. Боня. Боня. Мячик. Молодец. Давай, иди сюда. Так, ну хорошо. В общем, подписывайтесь на наш канал. В следующем ролике сниму филина и орлана, как они уже подросли. Ну, в общем, и у нас там новое поступление есть еще. Пустельги еще приехали. И я думал, что это чехлок, сокол есть такой. Но оказывается, это копчик. Сокол-копчик. В общем, в следующем видео сделаю обзор на них. В общем, всем пока, подписывайтесь на наш канал, активируйте колокольчики. Если нужны консультации по птицам, пишите. В конце видео будут контакты. Все мессенджеры там подключены, Viber, Telegram, WhatsApp. В общем, подписывайтесь и до новых встреч. Всем пока.